Рейд специалистов компании «Мособлъеирц» и «Мостэнергосбыт» на этот раз прошел в 8-м микрорайоне, а именно в домах 2 и 10 по улице Союзная. Общая сумма долга за жилищно-коммунальные услуги у первых двух абонентов, к которым отправились участники акции, составила 1 миллион рублей. Специалисты «Мособлъеирц» напоминают, что изменения в федеральном законодательстве с 1 января 2016 года в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги предусматривают значительное увеличение размера пени. За каждый день просрочки 23% годовых. На сегодняшний день запланировано у нас 10 адресов. Общая сумма задолженности по этим адресам составила более 2 миллионов рублей. Нам удалось отключить некоторых неплательщиков, а также вручить им на руки уведомления о задолженности. Ситуации бывают разные, некоторые из них понять можно. Кто-то воспитывает в одиночку двоих детей, а кто-то вынужден оплачивать коммунальные услуги за уже умерших родственников. Тем, кто желает погасить задолженность, но не могут это сделать сразу в полном объеме, предоставляется рассрочка. Надеемся, что данная акция даст положительные результаты, повысится платежеспособность населения. Также к неплательщику могут быть применены меры принудительного взыскания задолженности. При долге свыше 2 месяцев управляющая организация имеет право приостановить предоставление коммунальных услуг. Суть данного рейда «Черная метка» состояла в отключении именно электроснабжения. А уже следующие меры, которые планируется применять к недобросовестным гражданам без решения суда – перекрытие канализации и приостановка подачи горячей воды. Тех же должников, которые не торопятся оплатить долги даже после вынесения решения суда, ждет визит судебных приставов. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».